Друзья, всем привет! Мы на юге Белоруссии, рядом с городом Пинском. Сегодня будем исследовать белорусское Полесье. Посетим одну уникальную деревню – Кудричи. Еще совсем недавно до нее не было дорог, а вся местность вокруг была окружена болотами. Кудричи впервые упоминаются в середине 16 века. Это очень старая деревня. Она родилась буквально посреди болот. В те времена эти земли принадлежали польской королеве, и сюда, по легенде, ссылали неугодных людей на каторгу. Они и дали начало этой деревне. Гетто говорили, что Николы посадили тюремщика. Из этого тюремщика вышла такая деревня, такие поля, такие все, и люди жили. У нас все, голубчик, было на лодках. Коня в лодку, воза в лодку, все у лодку поставишь и едешь на поле своє горати, чи что там робити. Вот такая у нас была причина у деревни. А расскажите, деревне сколько лет? Деревне это, уже их нема, недопокойный дядько Степан Федорович. Сказал, что не дали в архиву. Интересовался это где-то 450 лет вроде. Ну, то, ну, то же года же пришли, может, 60 или 80, уже мы 500 лет. Вот так, поэтому я по той наслышке только знаю. Наших деревни. Ну, а по всему, по всем данным, что сюда, видимо, по этому, по разговорам и всем, где-то тут, наверное, наши эти правители Екатерина, чи кто там тоже правил, была вроде как ссылка сюда, посылали людей. Ссылали? Ну, конечно. Кажут, при Екатерине высылали, а правда это или не правда? Ну, так это же мы же не знаем, это же надо было где-то какую летопись шукать, чи это в архиве, чи это. И деревня была полностью окружена водой, то есть полностью сюда... водой. Да. Тогда воды больше было, потому что тогда... Это же сейчас уже водой не стало, потому что Украина перекрыла. А в нас вся загвоздка была, только Украина давала воду. Ну и тогда же осушки не было, не это, все болота были, это. Все было естественно. Да, все естественно. И как люди добирались до Пинска? До Пинска лодками. Были лодки почти в каждой, допустим, дому, что это были лодки, по одну, по две даже лодки были. Заходим в деревню. Сейчас здесь проживает 10-15 человек. А это православный крест с рушниками на белорусский мотив. А вот сарай, крытый чаротом или камышом. Смотрите, как интересно укладывали раньше. Лет 40 назад все дома в деревне были вот такие.
А вот это знаменитый дом, покрытый тростниковой крышей. Еще каких-то лет 10 назад он был совершенно целый. А сейчас практически развалился. Смотрите. Скоро от него вообще ничего не останется. Еще пару лет, и он уже будет историей. Дому не меньше 100 лет. Здесь даже сохранилась резьба. Смотрите, какие интересные наличники. А вот камыш, которым крыли крышу. Этот чарот, покрытый крышей. Это чаротом крыли крыши, потому что не было чем крыть. Только пойдут в болото, набьют этого чароту и покриют хату. Не течет хата, оде дождя. И вот так проживали голубчик. А он действительно сохраняет тепло? Да, он тепло сохраняет и влагу не пускает дождь, как бы не шел на вы. А сейчас уже так не кроют? А зараз уже в каждого накрыто рубероидом, да. Этим усім красиво уже виробляють. Дехто живе із сім'єю, то хорошо живуть, уладять свої хати. Моя хатка не поладяна, нема кому у мене ладити. А ви зиму теж там живете? Я зиму там не живу, мене дочка забирає сюди. В Пінськ? В Пінськ, так. Да. А скільки зараз жителів в Кудрічах? Як? Ну, на зиму остается. Тута? Да. Только три хати по дві и три хати по одной. Это все зимы столько есть этих людей. Внутри уже ничего нет. Все рухнуло. На пути у нас вот такой паучок. Не дает нам зайти. А вот так изба выглядит изнутри. Видите? Крыша была покрыта камышом. Это старинная технология, которая сейчас уже утеряна. Печь. Вот крыша обвалилась. Все, дому конец. А вот какие-то предметы еще остались. Газетка «Полесская правда» от 9 июля 1994 года. Второй тур по выборам президента Республики Беларусь. В деревне было более 120 дворов и до 500 человек жителей. Из-за удаленности здесь долго сохранялся архаичный уклад жизни. Местные жители занимались сельским хозяйством, рыболовством
и разводили пчел. А рыбы уже нету, да? Уже рыбы нету. У нас из рыбы люди жили. У нас озера и много было. Озера хорошие. Там линки, там щупаки, там караси, там язи, там сумки. Приличная вода была и приличная рыба была. А зараз все погибло, заросло зельем кругом. И все вот так. Здесь трава вся скошена. Домики опрятные. А вот здесь заросли, посмотрите, в рост человека. Идем дальше. Еще не дошли до основной части деревни. Вот там виднеются уже домики. Весной деревню затапливало. Передвигаться можно было только на лодке. Местные жители рыбачили прямо у своих домов. Коренные жители Полесья назывались полющуки. Они сотни лет жили изолированно и сохраняли архаичные черты в своем быте. Говорили они на особом наречии, сходном с украинским языком. Очі кари голубые, зачем я полюбила вас? Чого ви зменшливі такий? Чого болею я по вас? Суботу сонце на закаті, музика вьоска веселить. Я роззинуся, спать ложуся, во груді серце болить. Постель прослала, двір закрила, тільки остався огонь гасить. А слышно топот роздається, навірно, хто-то йде будіть. З постелі встала, двері відкрила, милий за рученьку берет. Чого ж так рано спать ложишся? Чому на музику не йдеш? Хто такі поліщуки, розкажіть? Поліщуки? Это звали этих деревенских поліщуками. А чим вони отличались? Ну, чим вони нічим не відмічалися? Люди всі є такі, як люди. В одному селі такі, в другому такі. От. І все. Ну, вони як-то говорили на якомусь язику? Вони говорили на другому язику. У нас от по такому, як я і говорю. А там говорили уже у Площови по-другому. Курадови по-другому, у Качанович по-третьому. Отак усі говорили гетії люди. В 1934 году до Кудричі добралась известная американская путешественница Луиза Бойд. Она сделала множество снимков, которые потом вошли в альбом «Польская провинция». Так мир узнал об этом уникальном уголке Полесья. А вы чем занимались? Вы работали? Я работала в колхозе «Голубчик» 25 лет. Сперва звеновою поставили. После, как вышла замуж, уже у меня дитя появилось. Уже мне нельзя своим звеном командовать. Вони вже другу знайшли, от. І ми отак пожили, дожилися до того, щоб удвох ходили в колхоз, 10 кіль жита получили. І з того жита, я думаю, напечу хліба. Намолола, підкваску зробила, стоїть один день, не підходить хліб. Стоїть другий, не підходить. На третій день я замесю, пуйде хорошо цей хліб. Я замесила, піч напалила, як посадила у піч цей хліб. Так він і сів, і не підійшов, і нічого не зробилося. Настоящее эхо войны. Немецкий дот посреди кукурузного поля.
Здесь были жаркие бои. Во время Великой Отечественной войны деревню Кудричи фашисты хотели спалить 3 раза, но каждый раз каким-то чудодейственным способом этого не случалось, хотя соседние деревни спалили. А расскажите, вот немцы, они сюда пришли в нашу деревню выбирать солдуса. Выбрали солдус, он был при Польше солдусом, и уже его хотят наставить и при немцах. А він відказується, я не хочу за солдуся робити. А вони кажуть, як ти не хочеш на нас робити, то ми розстріляємо тебе і твою сім'ю. Як він почув так, ну хорошо, буду робити. Він согласився робити на їх. Проходить нескільки времени, нашу деревню спалити хочуть. Вивели всіх людей. Каждої хати так рів глибокий єстя, а вони виставили всі сім'ї подряд їх розстрілювати. А солдат стояв недалеко нас, а мати моя покійна, він пішов до німця, що кай пулемета стоїть розстрілювати. А мати моя покійна каже на мене: «Іди, манька, послухай, що буде солдат говорити з німцем». Він говорить про того німця: «Уважаємий товариш, розрешите з вами поговорити». А він говорить: «Говорите, що хотіте». А він говорить: «У нас іде розговор, що ви хочете той народ усьої розстріляти. А за що їх розстрілювати? У нас партизан немає. Посмотрите, який народ драхлий, а вони всі оборвані, ободрані, нема ніде ніякої одежі». Він подивився на їх, а він говорить: «Солдат, як ви хочете їх розстріляти, то от моя сім'я стоїть перша, і я пойду стану кай їх, і ви розстріляйте вперед мене і мою сім'ю. А тоді що хочете, те з цим народом ділайте». Той поліціянт вислухав, пішов до старшого, доложив гете старшому, що солдат так і так говорив. Ну, тепер уже відмінити гетого пулемета, не стріляти гетих людей. Треба одобрати, де лучший мужчина у сарай, а де хуший по домам розпустити. Уже опять пішла розговор. Сарай – це щоб зжечь? Так. Опять говорять, що їх палять і розстріляють там у цьому сараю, а нас тут розстріляють. А вони не так. І сказали: «Чиї тамочки мужчини у тому сараї, ідіть що-небудь їм їсти принесіте. Чи там муж в тому». І там було 3 дівчини попалися у той в сарай. Някий був хороший німець, випустив ці 3 дівчини, вони втекли із того сарая. А гетим принесли їсти, побули, гетих старих і малих розпустили по домам, а гетих у лемеші. У лемеші загнали, теж в сарай, замкнули, і вже взавтра їх повезуть на Пінськ. І вони повезли їх на Пінськ, гетих людей. Хто був певніший, то повтекав. А хто трусливий, то був доти, поки русські не стали бомбити
не этого, Пинск. Люди бідно жили, не було нічого. Партизани ночью, а днем эти фашисты приходят, требушать, убивают людей, мучать. А фашисты были старые, молодые? Усякі були. Були і старі, і молоді. Усі повтекали із деревні. А в одної жіночини було шестеро дітей. І вона покинула у хати, а сама побігла ховатися. І приходить німець, походив по хаті, подивився, ти і п'ятьох на печі сидять і позгорблялися, а гета дівчина ходить навколо стола туди-сюди. Етой німець підійшов, її взяв на руки, достав шоколадку, заплакав і дав їй шоколадку гетою, ну, дитяти. От. І тоді не спалили нашу деревню. Це вже третій раз приїхали палити. Було страшно, голубчик. А євреї здесь жили? Євреї жили у нас, но як почули таке діло, що їх уже розстрілювати будуть, то вони всі в город убралися. О. То нашу сім'ю встановили під пулемет три рази. Поставлять маму старшу, а після сестру за мене старша, після мене і брата самого меншого. Всіх виставлять это розстріляти. То два рази солдусь сохранив, а третій раз Господь сохранив. Яке діло було? А вам скільки було лет на тут? Вісім. Вісім лет? Да, вісім лет було. Зайдем еще к одному старожилу Кудричей, сельскому старости Моисею Елисеевичу, который прожил здесь всю жизнь. Вы родились здесь, да? Родился не тут. А на тому там хутор. Куди ти показуєш нам дідину? Там. Кого? Ну. Я там родився. Да? Да. У баби Барбари в хаті. Да, баби Барбари в хаті. Я до мати на селі. Ну. Родився якраз фашисти бомбили. Наступали на Совєтський Союз 22. В 41-му. Да, 22 июня 41-го года. Уночі. Родився. Угу. Вже бомбили Пінськ, до Бреста. А дід із зятем вийшли отуди, отам, де водокашка стоїть, там на рогах. Діда звали Федора, а отця Єлісія. Каже, синок, наверно, війна, Пінськ горить. Тоді ж не було телефону, нічого. Прийшли до хати, мати. Лежить на печі вже, почала мене родити. Баба каже, Хведорко, їдь до Курадова, Полюка, там вроді дядько був, вроді знахором. А що таке є? Нічого не зробилося. Ну, я теж розказував батько і дід. Ну, це жить. А вот эти предметы у сарая, это вы собирали? Это же еще и отец собирал уже после отца, а я уже поддерживал. Угу. То есть это вот предметы быта, которыми пользовались местные жители? Да. Косы, да, грабли, угу.
до Веровки, до Кручки, до Воза. А как рыбачили? Как рыбачили? Ах, тоді рыбачили, тоді рыбалка была, не то, что сегодня. Сети ставили? А? Сети ставили? Тоді сперва сети и не было. Не было, що, угу. Що делать. Не было, чого связать. Угу. Тоді... Только як сіяли от льон, коноплю и прали жонки гетую нить. І з этого делали. Угу. То як упав де добра рибина, то жачки, є та й пошла. Жачки робили такі. То есть это как большая такая... Всякие были. Были малые. Угу. Делали, гадки робили за рекою. Угу. Мой батько був, взял гадка больше, як кілометр. Угу. Вже мужики знали, куди риба сильно йде весною. От весною ставили. Гаток отакий. От йде, отак во... І... Колочки били і плели uh-huh. плота. Uh-huh. Ну, ви не знаєте, що таке плот. Такі колишки є. Отаково били колки, uh-huh. брали хворост. Я зараз вам покажу, як. І плели. Я принесу вам. Плели плота. Uh-huh. Ставили виплати, допустим, там отако метрів 5 чи 10. Ставили таке проход. Називався Провориття, звали. Угу. Отаково. І сюди ставили того жачка. Риба йде, плот опирається, шукаєш собі де-то дирку. І в жачок, і в жачок. От, пожалуйста. А от поліщуки, от, що, здесь жили поліщуки? Или... Мене звали поліщуки, ну, а я знаю, що не. То есть у них какой-то свой язык был? А? У них был свой язык? Как... Нет. Нет? У нас у каждой деревни есть акцент совсем другой. Вот у нас, допустим, там назвали конь. Угу. А вот уже соседняя деревня Островичи, там селище, кунь. Угу. Вот, вот Плошево, Курадово тоже о, коні, то вже... От такий забор робили. Ага. Тільки ж радій ага. Делали, колочки били. Примірно от так і так, де то така ширина була, аби на лінійку. Ага. І промая. Промая така. А гето кучки делали для гусі, щоб як гусь виводить гусенята. Да, альбо утка. Ага. Тут і верх був, і ще то вже з огнів поламався. То ето для того було гніздо. Це вже для музею. От такий то був по-нашому, по-деревенському не забор, а пліт. Плот чи як. Ми все одно там на У, а в нас на І на більш розговор. От деревня, от деревні 3 кілометри, а розговор гинчий. Іначе. А зимой ви теж здесь? Или виїжджаєте? Так. Да. Зиму. А дожди не са. Угу. А потом бы забрали, чи пошел, забрали в армию. Угу. Отслужив 3 года. А расскажите, здесь церковь еще какая-то была? Церковь вот там была. Тоже над рекой. На выходе, там возле реки. Она была деревянной? Деревянная была. Разборили. И ее кто-то снес? Государство кто снес? Угу. При Хрущову, як почали її ламати. Правильно. Там в Острович була церква, угу. У нас була церква, у Качанович була церква, всі порозкидали. А я слышал такую історію, що чоловік, який сломав ту церковь, он потім погиб. Це правда? Правда. А яка правда? Був п'яний, поїхав, він був трактористом. Тоже заставляли тоді її. Я трактором розтягли. А в тому таскав зимою стожки сіно на тому на санях, на жесті.
при колхозе. Я выпивший был. Была вьюга, я не до... Чи трактор зашло, чи это з пацаном був. То пацан дійшов до того, до деревні, а він замерз. А шок чому, то така правда йде, що то Бог наказав, каже. Кожному своє, ніхто малий не знає. Малий пацан, годов 3-4 було. Угу. І дійшов до деревні, а завів. У деда Моисея на участке можно увидеть полтора десятка сосновых колод, бортней. Так собирали мед еще 300-400 лет назад. Ага. Вот тут у этой колоды две семьи. Одна я вон до отсюда, а другая оттуда. Угу. Этой колоды мы уже 500 лет. Какой, вот этой? Да. Это такое старое дерево? Зараз дети такого, хиба мы в этом Беловежской пуще, может, найдешь такое дерево. А зараз дети в лесу такого дерева найдешь. Угу. Да. Так это в музей нужно. А много меда дают? Много меда дают пчелы? А я их не мерил сколько. Я же не той пчеловод, что занимается. Это. Вот я как любитель. Вот. Батько был так и любитель этого. А я їх і не смотрев. Я їх їм так сказав, кажу, якщо ви себе обезпечуєте кормежкою, значить живіте. Що для мені остане, вам спасибо. Я весною посмотрю, ага, є. Значить достаю там где-то 3 кілограми, где-то 5. Це ж то ж не ніколи були води. Бо було все естественно, скільки було цвітов. А вона скуль у нас візьметь? Нас тільки весною, от як сади зацвітуть. Ну, як лоза цвітеть. І все. Вся взятка. Вже після цього вже вона шукає огороди. А вот и лодка, плоскодонка. Деревянная. Какой-то предприниматель построил в Кудричах агроусадьбу. Сюда можно приехать, остановиться на ночь, отдохнуть, порыбачить. Назвал он ее «Река богов». Сюда приезжают корпоративы, свадьбы с Пинска. Ну и из других городов тоже. А вот и река Ясельда, которую в древности называли река богов. Она и затапливала деревню Кудричи. Сейчас обмелела, заросла кустарником, тростником.
Кудричи веками развивались отдельно от всего мира. Здесь были собственные традиции, культура, использовались старинные имена. Моисей, Марфа, Евстафий. Сейчас здесь остались только пожилые люди. Уникальная деревня медленно угасает. Но здесь еще можно увидеть настоящее нетронутое Полесье. На этом у нас все. Мы посмотрели уникальный уголок Полесья, который сохранил еще свою самобытность и культуру. А теперь нам пора ехать домой. До новых встреч. Пока.